Вы знаете, я всегда считал и считаю, что цифровая трансформация для Якутии, она абсолютно необходима. Она позволяет нам преодолеть то транспортное, то природное, скажем так, неравенство, которое исторически для Якутии сложилось. Так, ну самый, вот сегодня это Якутия минус 50 градусов практически везде, на северах, там на востоке до минус 60, огромное расстояние между населенными пунктами, крайне малонаселенной территорией, причем огромная территория, 3 миллиона квадратных километров. И, конечно, вот эти транспортные проклятия, как мы его называем, да, вот это энергетическое, когда мы вынуждены тратить огромное количество тепла практически весь сезон, оно может быть преодолено только с помощью цифры. Вот один пример очень простой, он как, ну, мы весь 20-й год и сейчас все живем под знаком борьбы с ковидом. За прошлый год у нас прошло 15 тысяч телемедицинских консультаций именно в Якутии, как раз в рамках борьбы с ковидом. Это не только из Якутска, например, там с Москвой, с другими ведущими медицинскими центрами, но и внутри республики, особенности вот в малодоступных, далеких сельских населенных пунктах, у людей появилась сейчас возможность, благодаря тому, что мы очень активно ведем цифровизацию, активно ведем, везде протягиваем оптоволоконные линии связи. За прошлый год, кстати, 1500 километров нам удалось уложить, несмотря на все проблемы вместе с Ростелеком. Вот у людей появилась возможность выходить и получать очень высококачественную медицинскую помощь. И эти 15 тысяч телемедицинских консультаций – это сотни спасенных людей. Вот. Тоже образование здесь дистанционное. Так, в наших условиях, опять же, это не только вот в конкретный период времени борьбы с пандемией, но это же и возможность потом уже детям из сельских далеких школ получать лучшие образовательные практики вот московских ведущих ученых, может быть, и мировых ученых, так мы уже об этом думаем. В общем, это, на мой взгляд, возможность Якутии стрельнуть, так, идти вперед. Тем более мы цифровую трансформацию рассматриваем не только с точки зрения предоставления услуг, хотя, конечно, это очень важно, так, для населения. Мы рассматриваем это как и сферу экономики. Не секрет, что Якутия сегодня лидер Дальнего Востока в этих технологиях. Так, более того, мы очень активно идем вперед. И сегодня уже у нас, благодаря, опять же, вот цифровой трансформации, ребята молодые, которые живут в наших далеких поселках удаленных, они имеют возможность работать в наших ведущих IT-компаниях якутских и, во-первых, получать достойную заработную плату, во-вторых, участвовать в реализации наших амбициозных планов покорения мира. Так?